В 2021 году на портале госуслуг появится около 170 новых сервисов. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил сегодня на брифинге, посвященном старту нового конкурса лидера интернет-коммуникации. Он призван сформировать кадровый резерв для цифровой отрасли. Как отметил Чернышенко, сегодня государство также привлекательный работодатель. Есть огромное количество дел о том, как изменить жизнь в нашей стране и сделать ее еще лучше, будет зависеть от тех специалистов, которых этот конкурс будет отбирать. Мы уже сейчас видим, как специалисты по коммуникациям помогают людям решить проблемы с дозвоном до медицинских учреждений или записью на вакцинацию или какие-то другие очень важные насущные сервисы. На портале госуслуг у нас сейчас больше 400 сервисов доступно, а в этом году будет еще около 170 новых введено. И, конечно, о них, о всех нужно рассказывать людям, получать обратную связь. То, что у органов госвласти колоссальный запрос на специалистов по интернет-коммуникациям, отметил и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Также он рассказал, что на конкурс поступило уже более 5000 заявок. Самому молодому участнику 18 лет, самому возрастному 75.